Глава 24. Некто в сером. На базаре у мечети сонной поступью бродил, озаренный в ярком свете, вор-карманник и косил, все оглядывая кругом, он аскетом жизнь ведет, с замирающим испугом, у людей ведь он крадет, мимолетно это дело, ремеслом не назовешь, преступление — это вера, ей не нужен даже нож, лишь умей наглее мыслить, да дурное совершать, дурака в народе вызреть и кошель тугой отнять, вот и вся его задача. Вор не думает о каре, он желает об удаче, чтоб гроши в руках сияли. Но едва ли тот воришка может что-то утащить, ведь не так его умишка совершенно должно быть. Он испуганно взирает на толпу по сторонам, видно сразу, выбирает, где бы нужно быть деньгам. Напролом бежит воришка, вот он женщину толкнул, та упала больно слишком, рядом был как раз Абдул. И погоня завязалась, кто за кем и не понять, в городе уже смеркалось, вечер думал наступать. Где же зори, где закаты, так когда они нужны, тучи верно виноваты, что пришли со стороны. Нагнетала тень испуги, вор боится, как же так, стражники готовят луки, ускоряя прежний шаг. Оборвется ли погоня, или буду я убит? Пробудит меня с просонья города Дамаска вид. И задумался воришка, бег задиристый уняв, побежал уже в припрыжку, мыслить страхом перестав. Зацепился он за выступ и на крыше очутился, стража не пошла на приступ, миг погони прекратился. След преступника прервался, и собака не найдет, молодой где оказался вор, ведущий деньгам счет. И дома, следя глазами, неустанно вверх глядел, наш Абдул, идя дворами, вора выследить хотел. Среди арок, переулков и покинутых дворов дули ветры странно гулко, из других иных миров холода летели жутко, задевая за живое, в закоулке промежутках, где пристанище покоя. Запахнувшись в одеяние, путник, слушая, шагал, может, будет где рыданье. Вор себе ступни сломал, прыгая шальною рысью. Он наверняка разбился, попрощался верно с жизнью и на небо птицей взвился. По себе терзание зная, в том уверен путник был. Вора путь тропа кривая, что уводит в темный мир. Чудом лишь Абдул заметил серо-дымные черты, одеяние вора встретил, он сказав: «А вот и ты!» Проследив его фигуру до заброшенных руин, где довольно было хмуро, странник бросился за ним. «Дурень тут совсем один?» Вор багдадский прошипел, и немедля ни секунды он грабителя сумел распознать, хоть были смутны виды внешней красоты. Дух тут царствовал безлюдный, привнося свои черты. «Ты, бедняга, пепел сеешь, смут и пыль одну несешь. Вор, что за желание греешь? Правду отвечай, не ложь». Тьма окутала Абдула непроглядной пеленой, тихо тень его скользнула в черноте ночи глухой. У костра сидел воришка, руки, ноги согревая, усмехнулся громко слишком, показался ему лаем голос путника ночного. «С жизнью мы всегда играем, смерть пока не взглянет строго». Угольками пошурша, палкой их пошевелив, он развязно, не спеша, испытав души порыв, юности ушедшие годы отразив в пустых глазах, произнес несчастье ноты в горестных своих речах. «Наказание мне сулили за отказ идти на бой. Жить любил я в тихом мире, пред кровавую чертой, перед правдой и безумьем, и могильную плитой. Но не впал душой в раздумье, был повеса молодой, изгубил себя жестоко, я любил всегда украсть. И людей ограбил много, тех, кого так любит власть. Где же мне искать работу? Я умею воровать, отдавая тело взлету, в облаках густых порхать. Не могу трудиться даже, нрав теперь мой не такой, и не станет он уж краше за пройденную чертой. Я ль виновен в самом деле? Ты же знаешь наперед, если силы нету в теле, то голодный и умрет. Я краду без покаяния, я краду, не зная мер. Нету чувств во мне страдания, я живу, как и хотел. Ты стоишь сокрытой тенью, нет догадок, кто ты есть. Ты подобен пепла тленью и слегка похож на смерть. Не могу тебе воздать золото и даже честь.
можешь ты меня забрать, то прошу тебя учесть. Наглый говорил воришка, угли ковыряя палкой, те шипели даже слишком в разговоре этом кратком. Вторила, казалось, речи тихого в сердцах смутьяна, в этом стал конец их встречи Абдулы и хулигана. На рассвете было тихо, холод сильно не терзал, дуновение ветра стихло и не выл в степи шакал. Он пошел, проснувшись рано, по дороге не спеша. Степь была красна, багряна, упоительно свежа, хороша и превосходна, бесконечна, как свобода, милая вокруг природа. От земли до небосвода не слыхать совсем ни крика, ранние лучи восхода согревали землю тихо. Молодой воришка где-то совершает грабежи, чувствуя свои монеты, он забрать кошель бежит. И сейчас, возможно, скачет по дворам, по площадям, вор, что жизнь свою удачи верил в руки гордо сам.